Катюша от Волги до Енисея, ой, мороз, мороз. На входе в сочинский медиа-центр импровизированный концерт от делегации Брянской области. Поет и танцует вместе с нашими участниками молодежь из Таджикистана, Индии и других стран. Поддержать брянскую молодежь в день открытия фестиваля приехал губернатор области Александр Богомаз и директор регионального департамента внутренней политики Игорь Кириченко. В составе брянской делегации в Сочи на фестиваль отправился и корреспондент телерадиокомпании «Брянская губерния» Кристина Персхилава. Рабочая молодежь, представители культуры, спортсмены, общественники и, конечно же, студенты ведущих брянских вузов БГУ, БГИТУ, БГТУ, Аграрного университета и брянского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы. В общей сложности наш регион в Сочи представляет 135 активистов. Всего же фестиваль собрал более 20 тысяч участников из 188 стран мира. Помогают в проведении этого грандиозного события более 5000 волонтеров, среди которых тоже есть представители Брянской области. На неделю Сочи превратился из олимпийской столицы в молодежную. Выставки, дискуссии, мастер-классы, научные конференции, спортивные состязания и концерты. Будни фестиваля, проходящего под девизом «Будущее планеты зависит от нас», насыщены яркими событиями. Эмоции нереальные, тут очень классно, тут много интересных площадок. Мы уже были на выставке, увидели много интересного, много разных краев, достопримечательностей, которые запомнятся надолго. Мы познакомились вчера с делегацией Индии, познакомились с королем Индии. Это, даже уже списывались с ним в Телеграме, познакомились с программами, он прям находится с нами, такой language exchange происходит, это безумно здорово. Ну, наверное, это самое большое событие в моей жизни, поэтому я наслаждаюсь каждым днем, проведенным на фестивале. В день открытия фестиваля в главном медиа-центре развернулись выставки всех делегаций. На площадке нашего региона можно было оставить пожелания всем жителям Брянской области. Хорошая атмосфера, добрая, радушная. Вот, я смотрю, что наша делегация Брянской области, которая представлена здесь на форуме молодежи студентов в городе Сочи, является многочисленной, одной из самых больших с нашего региона, нашей страны. И мне, конечно, губернатору это приятно. Он, конечно же, радует молодые лица. Задорные, которые сильно хотят творить, созидать, вот, создавать будущее нашей страны. Мы по-доброму завидуем вашему поколению. Такого не будет завтра, это совершенно точно. Такого не будет послезавтра. И вы, поверьте, вы уникальны уже в том, что вы сюда попали. И страна у нас уникальная. В это время провести такой фестиваль – это здорово. Сразу после знакомства с экспозициями глава региона вместе с брянской молодежью стали участниками грандиозной церемонии открытия. Дмитрий Кузнецов, Кристина Персхилава, Мария Сильверстова, Дмитрий Белов. События Сочи.